Всем привет! В этом видео мы поговорим о 4К дисках, разберем, что это за диски и какие они имеют преимущества, а также как восстановить утерянные данные с таких дисков. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные, и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. С быстрым развитием индустрии жестких дисков компании, которые их производят, начали переход от традиционного размера сектора 512 байт к большому и более эффективному сектору размером 4 килобайта. Однако многие пользователи, которые в настоящее время все еще используют 512-байтовый диск, могут быть незнакомы с 4К дисками. А что касается восстановления утерянных данных с таких дисков, то не все программы для восстановления поддерживают такой формат диска. В данном видео мы попытаемся разобрать, что это за диски и какие они имеют преимущества. Как мы все знаем, при записи данных на жесткий диск они сохраняются в его секторе. Размер сектора традиционного жесткого диска составляет 512 байт, которая также называется 512N Native. Секторы таких дисков не смежные, а между секторами есть интервалы, промежутки. Сектор диска имеет следующую структуру. В начале находится интервал, промежуток между секторами. Далее идет код синхронизации, метка синхронизации, обозначающая начало сектора и позволяющая синхронизировать работу диска. Затем идет адресная метка. Это метка, содержащая данные для идентификации номера и расположения сектора. В ней также хранится информация о состоянии сектора. После идет область данных, и в конце сектора находится код исправления ошибок – Error Connection Code, который предназначен для их исправления. Исходя из рисунка, можно сделать такой вывод, что при традиционном размере 512 байт между секторами остается очень много промежутков. Чем больше объем диска, тем больше секторов он имеет, и тем больше будет этих промежутков. При таком построении много места тратится впустую. Главным недостатком дисков 512 байт есть то, что они должны проверять каждые 512 байт на наличие кода исправления ошибок. Таким образом, для каждых 512 байт будет создан бит кода исправления ошибок, который сообщит операционной системе, что данные были записаны правильно. Это также означает, что на этом диске для данных требуется больше места, поскольку после каждых 512 байт будет бит разделения секторов, перед которым находится бит коррекции ошибок. Это также приводит к тяжелой дефрагментации при записи огромных файлов на диск, поскольку они будут разбросаны в виде блоков размером 512 байт по разным дорожкам диска. Для решения этой проблемы и был разработан 4К диск. 4К диск – это жесткий диск с размером сектора 4 килобайта. В жестких дисках с сектором 4 килобайта физическая структура не изменилась, но вместо 512 байт операционные системы будут иметь дело с большими порциями данных. Им придется читать и писать по 4 килобайта за раз. Это не только экономит время, но и уменьшает фрагментацию файлов. Кроме того, секторам жесткого диска потребуются биты кода исправления ошибок только один раз для 4 килобайт. Такая структура жесткого диска сокращает промежутки между секторами и значительно повышает коэффициент использования пространства. Его структуру вы сейчас можете видеть на экране. Как видите, в сравнении с традиционным жестким диском, в 4К диске тратится меньше места на промежутки между секторами. В новом расширенном стандарте Advanced формат размер сектора составляет 4 килобайта, то есть 8 традиционных секторов размером по 512 байт объединяются в один сектор размером 4 килобайта. Хотя это и повышает коэффициент использования пространства жесткого диска, в один момент перейти на новый стандарт 4К просто нереально, если учитывать проблемы совместимости с Windows.
Для обеспечения совместимости были созданы эмулированные диски 512E. Это диск, размер сектора которого физически составляет 4 килобайта, но логически он разделен на 512 байт. Чтобы упростить переход от 512N к 4K, большинство дисков используют технологию эмуляции, позволяющую 4K диски эмулировать 512, обеспечив размер сектора 512 байт. Такая эмуляция позволяет использовать новое устройство с операционными системами, которые еще не поддерживают сектора 4 килобайта. В новом формате под интервал, код синхронизации и метку адреса отводится столько же места, сколько и раньше, а код исправления ошибок увеличен до 100 байт. В данной таблице представлено сравнение дисков 512N, 512E и 4KN. Преимуществом 4K дисков является то, что их технология распределения секторов более эффективно использует поверхностные носители данных за счет их объединения. Информация, которая была бы записана в 8 секторах по 512 байт, помещается в один сектор размером 4 килобайта. Основные элементы структуры традиционного 512-байтового сектора – метки идентификации и синхронизации в начале и в области исправления ошибок в конце сектора – остались. Между заголовком сектора и областями исправления ошибок объединены 8 512-байтовых секторов, что устраняет необходимость в избыточных областях заголовка между каждыми отдельными блоками 512-байтовых данных. Таким образом, структура жесткого диска с сектором 4 килобайта значительно улучшает коэффициент использования места на жестком диске. Кроме того, в больших секторах усиливается интеграция алгоритмов исправления ошибок, что может помочь сохранить целостность данных при более высокой плотности хранения. В секторе размером 4 килобайта размеры блока исправления ошибок увеличены почти вдвое, с 50 до 100 байт, что обеспечило давно ожидаемое повышение эффективности исправления ошибок и устойчивости к мелким частицам, дефектам поверхности. Таким образом, совместный выигрыш от возросшей эффективности нового формата и повышения надежности исправления ошибок делает переход на сектора размером 4 килобайта вполне оправданным. Главная задача производителей жестких дисков – правильно организовать этот переход, чтобы в перспективе достичь наибольшей отдачи с минимальным побочным эффектом. 4K диски представлены в линейке производителей Seagate и Hitachi Global Storage Technologies. В Seagate это серия Exos Enterprise, а в Hitachi серия UltraStar. Если вы используете Windows 10 или Windows 8 и купили известный фирменный жесткий диск 4K, вы можете использовать его без каких-либо проблем. Вы даже можете использовать диск 4K в качестве основного загрузочного диска, поскольку Windows 10 и Windows 8 поддерживают загрузку жесткого диска 4K. Для Windows 7 операционная система будет создавать логические блоки размером 512 байт, и вы по-прежнему сможете использовать жесткие диски с сектором 4K в Windows. Также необходимо учитывать, что в настоящее время не все программное обеспечение для создания образов системы подготовлено для работы с жесткими дисками 4K. Поэтому перед покупкой проверьте, готово ли программное обеспечение для создания образа вашей системы, или купите то, которое поддерживает диски с секторами 4 килобайта. Что касается восстановления утерянной информации с 4K дисков, то можно сказать, что на данный момент не все программы для восстановления данных поддерживают данный формат. Наша программа Hetman Partition Recovery позволяет без труда восстановить утерянные данные с таких дисков. Утилита просканирует ваш жесткий диск, найдет утерянные данные, и вы с легкостью сможете их восстановить. Для восстановления утерянной информации сделайте следующее. Подключите диск к компьютеру с операционной системой Windows. Скачайте, установите и запустите программу Hetman Partition Recovery. Менеджеры дисков, выберите ваше устройство, кликните по нему правой кнопкой мыши и нажмите «Открыть». Сперва выполните быстрое сканирование. Это займет меньше времени. Если в результате быстрого сканирования программа не нашла удаленные данные, выполните полное сканирование. Мастер восстановления данных немедленно просканирует выбранный том диска,
и отобразить результаты сканирования в правой части окна. По завершению сканирования вам нужно лишь отметить удаленные файлы, которые нужно восстановить, и нажать кнопку «Восстановить», указать место, куда сохранить данные, и нажать «Сохранить». Также программа позволяет сделать образ диска и проводить восстановление данных с образа, что повышает шансы вернуть утерянную информацию, так как при множественном сканировании диска могут быть затерты данные. Вы также сможете использовать данную утилиту для восстановления в следующих случаях: для восстановления файлов, утерянных в результате удаления, форматирования, сбоя системы, вирусной атаки и других ситуаций потери данных, восстановление данных с внутреннего и внешнего жесткого диска, USB, SD-карты памяти, камер и других устройств хранения, а также восстановить утерянные фотографии, видео, музыку и другие типы файлов. Теперь вы знаете, что это за диски 4K и как можно вернуть утерянную с них информацию. А на этом все. Надеюсь, данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока.